В администрации города Рассказово состоялась конференция с участием представителей малого и среднего бизнеса. На мероприятии заместитель главы города Юрий Прокудин и председатель горсовета Сергей Свистунов наградили победителей конкурса «Лучший предприниматель 2020». Обладателем диплома первой степени в промышленности стал Сергей Харитонов. Лучшей в пищевой отрасли стала Елена Помыканова, а в торговле – Елена Семенова. Марина Калмыкова стала лучшей в общественном питании, в оказании платных услуг населению – Елена Рудь и Татьяна Толстых, на транспорте – Светлана Катаранова, в строительстве – Майя Худякова, а в сфере туризма – Ирина Полторацкая. Благодарственное письмо получил и предприниматель Алексей Калинин. После награждения Юрий Прокудин рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в Рассказове в 2020 году, а также доложил о задачах на 2021 год. Сергей Свистунов поблагодарил предпринимателей за их вклад в наполняемость бюджетов всех уровней и создание новых рабочих мест. Николай Теплов, Тволк, городские порталы.